Владара, здравствуйте. Как вам понравился сегодняшний концерт? Расскажите, пожалуйста, свои ощущения. Вы знаете, потрясающий концерт. Самое главное, что он очень душевный. Он такой камерный, компактный, комнатный. Свой концерт. Свой для своих. Очень важно, что эти песни, они живут в сердце людей. И, наверное, можно пожелать только, чтобы народ пел свои песни. И помнил свои песни. И помнил свои корни, и изучал. Это самое главное. Вы сказали сейчас, пожалуй, самые важные сутевые слова – помнить свои корни. Потому что для чего существует культура, да? Это наше напоминание о наших корнях. Спасибо всем. И желаю долгого, счастливого познавания и познания своих предков. С праздником вас, дорогие друзья, 23 февраля. Праздник.